Величайшая святыня мирового православия прибыла в Крым. Эта новость облетела весь полуостров за считанные часы. В Симферопольский Александро-Невский собор прибыли жители со всего полуострова в надежде прикоснуться к благодатному огню, схождение которого называют чудом и ждут каждый год во всем мире. Приняли участие в церковном богослужении митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь и глава полуострова Сергей Аксенов. Господь всегда с нами во все дни до скончания века. Поэтому будем духовно радоваться в этот день и да озариться светом благодатного огня каждый дом и семья. Также в праздничные дни Воскресения Христова жители полуострова разрезали 250-килограммовую царь-пасху шириной 4 метра и длиной 2 метра. Попробовали кулич более 1000 крымчан. Христос воскресе из мертвых, смерть из дерьма. Отметим, для изготовления гигантской пасхи потребовалось около 200 килограммов творога, 50 килограммов сахарной пудры, 15 килограммов изюма и 40 килограммов масла, а также глазурь и корица. Дарья Костенко, служба новостей ИТВ.